Метрошка. Это приложение для iPhone 3GS, которое позволяет пользователю видеть станции московского метро, расположенные вокруг него. Можно управлять отображением этих станций, если будем немножко изменять ориентацию телефона в пространстве. В принципе, нам не обязательно видеть все эти станции, нас интересуют только ближайшие. Поэтому слева внизу расположена кнопка, которая позволяет определить расстояние, в рамках которого будут определяться эти станции. Ну, например, поставим 2,5 километра. Теперь нам видны только самые близкие станции. Их стало гораздо меньше. Нажмем на какую-нибудь станцию, например, на парк культуры. Теперь мы видим наше местоположение на карте Москвы и местоположение станции метро «Парк культуры». Нажмем «Маршрут» и увидим, как нам можно попасть в эту станцию. Но пока вернемся назад. Если мы хотим увидеть все вот эти станции вместе на карте Москвы, то тогда мы просто должны опустить наш телефон вниз и увидеть карту. На карте кружочками отмечены эти станции, соответственно, цвет кружочка соответствует цвету линии. Нажимая на станцию, мы видим ее название. А если мы хотим понять, как к ней добраться, то тогда мы просто нажимаем на эту синюю кнопку. Затем можно нажать старт и увидеть непосредственно процесс перемещения от нашего местоположения к этой станции.